Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Майн, с вами я, Майн, и сегодня мы будем играть в Майн. И да, это новая часть нашей с вами новой рубрики «Пройти до конца Майнкрафт». И уж поверьте, в этой части произойдет очень много всего интересного. И небольшой спойлер, я нашел алмазы. Да, я нашел алмазы во второй части. То есть, второй видеоролик, а у меня уже алмазы есть. То есть, 2 часа игры в Майнкрафт, и я уже с алмазами. Короче, ребят, не буду вас задерживать. Приятного вам просмотра. Ночная смена, это, да, трудноватенько, но Майнкрафт проходить все-таки нужно. Так, крышу мы достраиваем, и, наконец-таки, ой, ну как-то вот так, короче. Так, вот это вот дичь мне навряд ли нужна, так, я допрыгну, интересно, оп, ой, ай. Ну, немножко не допрыгнул, конечно. Ну да ладно, блин. Еще и блок лишний сломал. Так. Уже утро наступает. Офигеть, всю ночь работал. Вообще не отдыхал. Но зато крыша наконец-то. Игорь. Товарищ вольтметр, вы что здесь делаете? Я, конечно, все понимаю, но как бы в доме никого нету, и зачем вы туда перлись? Ну как. Ты же. Корова, она на тебя... Корова... На тебя агрились, что ли? Или я что-то недопонял? Нам нужно освещение. Короче, проехали. Нам нужно освещение. А освещение шо у нас? По освещению у нас плоховато все. И вообще нужно как-то переставить мебель. Ну, думаю, вот кровать я переставлю точно, а это вот... Это дополнительный сундук, и... А так я все оставлю как есть. Так, дополнительное освещение нужно. И так, тут мяско. Угу. Мясо мы возьмем, это обязательно. И там всякое такое. Так, делаем балкончик. Так, раз, два, три, четыре. Так, делаем балкончик. Так, раз, два, три, четыре, пять, Ё-моё, паучара, не иди ко мне. Раз. Блин, напал. Ах ты ж. Все, вынес за 2 удара. Какой же красивый все-таки домик. Thank you.
Так, скелет, блин. Попадает же все-таки. Так, сейчас, блин. Так, иди сюда, давай. Иди сюда сейчас. Ах, блин, попадает. Ишь, какой на... Все. Наконец-то я выбрался из пещеры. Как же я... Ой, кактус колючий, да. Как же я устал. Но дел на самом деле очень много. А так, также повторюсь, Майнкрафт проходить надо. Так. Я так соскучился по своему дому. Бамс, дверь такая, пол. Сколько же я это все делал вообще. Так, ставим целый стак на переплавку. Ставим туда уголечек. Вместо дерева. Так. Плавится. Фу, что там еще можно у нас? Так, ну, по планам, я думаю, пора бы отправляться уже. Ну, скажем так, возможно, я немного преувеличил, хотя какой там немного. Наверное, все-таки много. Нужно отправляться за алмазами. Но сначала... О, картошка выросла. Сначала мы сейчас вот посадим новую партию картошечки. Потому что когда я буду отправляться в Эндермир и вообще на его поиски, я возьму картошку жареную, а точнее печеную. Так, вот это вот мне не нравится совсем. Сейчас мы эту быстренько уберем. Так, не заморачиваясь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Так. И нужно, наверное, уже начинать рыть шахту для поиска алмазов. Так, вот на данный момент, я думаю, уже пора. Так, где-то, я думаю, будем здесь. Чё так плохо? А, я не копатый рыл. Ну, погнали. Ой, ё-моё, я появился в пещере. Скелет. Так, блин, меня сейчас, наверное, зажимать начнут. Так, так, давай. Блин, еще и этот паучара. Нет, меня зажимают. Блин, что делать? Их двое, у меня 3 хп осталось. Так, минус один, минус второй. Фу. Я уже думал, я все. То, что мне гг. Но я выжил. Еще один идет. Раз, два, и последний удар. 3. Фух. Потно, жестко. Так, что это у нас за пещера-то такая? И где... А, вот этот проходик. Сейчас нужно поставить лестницу, во-первых, чтобы не потерять это место. А во-вторых, чтобы это подняться туда. В случае чего, когда я уже буду возвращаться. Так... Так, как-то примерно, я думаю, сделаем так и сойдет. Вау, как же там далеко.
Так, копаем. Да ладно! В смысле? Как так, алмазы? Офигеть! Как так получилось? Я же всего... Я не на... Получается, я так глубоко под землей, что... Нашел алмазы, офигеть! Я вообще не думал, что я в этой серии найду алмазы. Офигеть! Так, камера включена, пишет. И сколько же их причем? Офигеть! Так, так, их получается примерно где-то целых 7 штучек. Офигеть, я думал, ну по плану у меня было всего лишь 3 найти. Но я, как видите, нашел уже целых, да, 7 штук. Это получается мне хватит на одну кирку и на 2 меча. Ну, конечно же, я что-нибудь делаю другое, ну да ладно. Фу. Блин, такого, конечно, я не ожидал вообще совсем никак. А, инвентарь весь забит, блин. Сейчас выкинем всякий мусор. Например, гнилую плоть, глаз этого, нитки. И думаю, этого будет достаточно. Так, легендарный момент. Берем железную кирку и... Бамс! Это просто очень кайфово. Так. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, я был прав, их 7. Офигеть. Фух. Ну, можно сказать, получается, у меня уже, можно сказать, есть алмазная кирка. Я могу идти добывать обсидиан. Кайф, просто кайф. Не описать словами вообще никак. Так, интересно, а что будет, если я умру? У меня инвентарь как бы сохранится, потому что я что-то не уверен, задавал ли я это в настройках. Вот, надо бы проверить, утонув. Так, я как бы на кровати поспал, значит, точка появления сдана, и сейчас как раз таки проверю, сохранится у меня инвентарь или нет, потому что... Мне такие приключения в будущем светят, что если я умру, у меня все пропадет, это будет слишком жестко. Так, проверяем. Не понял. А где мой дом? В смысле? Я... Так, инвентарь сохранился. Это да. А где мой дом? Я вообще не понимаю. Стоп. Стоп, 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 стоп. Блин, ну я... ё-моё, а как так получилось? Я же спал на кровати, и точка появления была задана. Блин. А, это то озеро, всё. Сейчас главное найти дом. Я уж думал все. Хорошо, что я запомнил путь. Специально, как говорится. Блин, ну это было очень очково. Но я дом нашел, и это главное. Фух. Thank you.
Фух, так, день, точнее даже дни, вышли очень насыщенными. Думаю, нужно делать перерыв и отдыхать, потому что очень много произошло. Я нашел алмазы и как бы могу позволить себе достойный, хороший отдых. Поэтому я буду отдыхать. Фух, наверное... Ой, ладно, все. Фух...